Фортепианный секстет памяти Михаила Ивановича Глинки. В секстете автор использовал мелодии из своего мюзикла «Руслан и Людмила». Инструменты. Две скрипки, альт, виолончель, контрабас и фортепиано. Сочинение 2010 года. Сказка. Воспоминания, шутка, драматический танец, апофеоз. Исполнители. Наталья Стецкая, скрипка. Анастасия Разумец, скрипка. Александр Дягилев, альт. Юрий Семенов, виолончель. Петр Гагетидзе, контрабас. Ксения Гаврилова, фортепиано. Thank you.
Thank you.